Рецепты здоровья. Польза льняного масла для здоровья. На Руси льняное масло применялось с давних времен. Можно смело сказать, что польза льняного масла подтверждена столетним опытом нашего народа. Полезное свойство льняного масла использовались в приготовлении пищи. Например, заправляли постные блюда, добавляли в тесто. А льняное масло также славилось своей способностью эффективно заживлять раны и снимать боль. Такой подарок природы, как льняное масло, обладает рядом уникальных полезных свойств для здоровья и красоты человека. Например, благодаря большому количеству жирных кислот омега-3 и омега-6, масло из семян льна способно благотворно влиять на обмен веществ в организме человека. Поэтому диетологи советуют заменить подсолнечное масло на льняное. Льняное масло разжижает кровь, тонизирует сосудистую систему и снижает уровень холестерина. Регулярно применяя для своего стола льняное масло, вы получите огромную пользу для своего здоровья благодаря эффективной профилактике болезней сердечно-сосудистой системы. Но успешно борется с гастритами, колитами, изжогой, запорами. Для женского организма польза льняного масла заслуживает отдельных слов. Предотвращает развитие рака женской груди и прямой кишки, способствует нормализации гормонального фона. Его рекомендуют включать в рацион послеоперационным больным, беременным женщинам, детям и вегетарианцам, а также людям, желающим сбросить вес. В следующем видео мы поговорим о применении льняного масла. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.